Так, у нас на обзоре вино итальянское, купленное в сети «Магнит» по скидке. И стоило оно чуть более 300 рублей. 319 вроде. Смотрите, кеточка. Требриана. Аллегри. Терри Аллегри, если правильно читаю. Полусладкое, уже говорил, пробка у нас винтовая. И читаем дальше. Все на иностранном языке мне нравится. И небольшая вставочка, этикетка на русском, наклеенная уже. А иногда вот эти задние этикетки полностью на русском. Ну, я не знаю, считается как бы, что вино действительно предназначено для европейского, допустим, региона, если говорим о производстве страны Европа вина. И к нам сюда попадает в виде импорта, куда наклеится этикетка, а не специально для нашей страны произведено. Ну, по крайней мере, есть такая точка зрения. Вино защищенного географического указания. Белое полусладкое. Терре Аллегре. Требьяна. Требьяна Апулия. Регион Апулия. Состав вино из сорта винограда Требьяна. Консервант диоксид серы. Но этот консервантик присутствует везде. Потому что способствует, что вино сохраняет внутри себя спокойствие. Не начинает никак нужно играть и цвести. Но мне показалось, что запах у итальянского вина дает чуть-чуть кислиночкой. Своеобразный запах. Такой. Не могу даже уловить. Я не специалист по запахам, конечно, но чтобы выделить конкретно его, обозначить, чтобы было понятно. Но имеется такая кислиночка. И она из послевкусия. Странный очень вкус вина. Он не отталкивающий, но имеется нотка, как бы описать-то правильно, что он обещает по вкусу. Даже не могу вам сказать. В общем, надо пробовать. Пробовать и еще раз пробовать.